Ура! Ура, мы здесь. А вот класс, стоп. А-а-а! Господи. Ребят, я опять буду орать. Мы будем орать. Блять! Фух, я думала, это чай. Я думала, я чай роняю, блять. Мне еще пишут, что на будущее мы можем поиграть в пятый резидент, который проходит за 4 часа. Вдвоем? Да. А, это ты говорила, то, что всякий типа резидент, да? Да, и она стоит 5 евро. А, окей. 500 рублей, что ли? Да. Почти. Ну да. Не знаю, как мы вдвоем, конечно, с тобой будем это все делать. Ну, вдвоем полегче чуть-чуть. Ну, мы попробуем, то, что мы потом не пробовали же, да, больше вдвоем играть. Вдвоем, да. Ну, попробуем. Вдвоем полегче? Ну, вдвоем, в смысле, из-за того, что монстра будет поменьше. Думаешь? Ну да. Там же от количества людей зависит. Сложность. Ну, не знаю. Ну ладно, так давай это, попробуем. Этот чел говорил, и Ира говорила в тот раз. А ты где? Я вот сейчас тебя зову. В игру? Да. Ты в игре? Ничего не приходит. А сейчас? О, пришло приглашение, да. Угу. Так, что, какой выбираем тогда? Ну давай продолжать играть. Ой, подожди, у тебя двойной звук, я забыла. Ой, давай продолжать играть дальше, чтобы этот открыть новую комнату. Да, можем будет в полицейском участке, типа, убить и стукача вот это. Ну давай. Трэш это будет. Так, ну все, выбираю. Заходим? Да, сейчас, пока нельзя. Угу. А вот видишь, что ты вообще не хотела играть в Outlast, теперь сама предлагаешь. Ну, она просто, знаешь, я думала, она будет напряжнее, но она не такая напряжная, как тот же двор, типа. Да, двор это просто пиздец. У меня там нервы нахуй просто, блядь, шли. Да. В дворе. Мне, кстати, это я не тебе, Анжела, что? Смотрите. Опять кетчуп. Only we can tell you what is true. There is a snitch inside the prison. Preparing to testify against our truth. Kill the snitch. Сколько ты русу вообще донатил, дохуя. Спасибо. Спасибо. Бедный студент. Ой. 18 плюс. Не смотрим. Да. А что за донатил тогда? Деньги некуда девать. Так, ну чё, блядь, жалко этот нельзя пропустить. Да, эту. Это полгода, блядь, это хуйня. Да, полгода, реально. Так. Убейте стукача. Убейте стукача. Высокая плотность врагов. Ненадежные двери. Чего, блядь? Какого хуя, блядь? Шприц. Чё, этот мой шприц, а? Короче, высокая плотность врагов, это же дофига врагов. Ну, типа, да. Блядь. Может, потому что... Чем сложнее, как бы, идет эта штука. Чё? Так, убейте стукача. Так. Я нашла, погоди, какие-то двери. Чё это? А, сука! Блять! Приз! Беги, блять! Кто там? Я не знаю. А, прячься! Там какой-то мужик был просто. Спряталась? Угу. Он идет ко мне, кажется.
Сука, еще даже ничего не сделали, блядь. Он огромный. Не тот, который слепой, да? Нет. Хотя не знаю, но у него оружие. Он идет. Куда? Тихо. Блядь. Это было близко, пиздец. Че, выходим? Ну да, давай. Стрём. А где он? Я не знаю. Но он ушел. Я сейчас хочу дверь выломать. Блять, он заметил, походу. Блять, он идет! Блять, он идет! Сука, блять! Сейчас спряталась. Еще... Чем? Крыса! По... Крыса, я тебе че, блядь, а? Я бегу, мать. Он идет ко мне, блядь. Он блядь, идет ко мне. Нет, он не идет. Быстрее беги, мать, беги, мать, беги, беги! У меня тут дверь закрыта. Я ее обломала. Чего там? Он сзади, я не могу! Крис, блядь, ты где нахуй? Тихо, он рядом со мной! Она за мной бежит. Блядь, и он тут. Блядь, меня взорвало нахуй. Я сейчас удохну, да. Как это? У меня психоз. Ой, бля! Анжела, что мне сделать? Скажи, я вот прячусь сейчас. Меня сейчас могут ёбнуть. Блядь, я не знаю, что делать. Что мне сделать? Тебе помочь? Я тебя не слышу почему-то. Тебе помочь? Блядь! Все, пизда. Эта баба меня сейчас убьет. Идет, и она идет за мной, блядь. Блядь! Я сейчас лопну, блядь. Ура, спасибо! Беги, отжи, беги! Блядь! Я не могу бежать. Блядь, он меня ёбнул, нахуй! Чука ходит! Ай, блядь, больно нахуй! Ай, блядь, больно! Я сдохла, блядь! Это пиздец. Они ожидают, чтобы ёбнуть. Да, 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 пиздец. Анжелов, давай! У меня есть хилка! Подходи нахуй! Бежим, бежим, бежим сюда! Блядь, Анжела, ты хилишься или чё, нах? Прячемся! Вот туда наверх забегай! Блять, Анжела, нах! Я прячусь в шкафу! Я в шкафу, все. Привет! А ты предлагала вдвоем, блять, рубиться, это пиздец. На самом деле, я тебе объясню, почему третий человек нужен в этой игре, именно для нас. Знаешь почему? Потому что мы обе врываемся и сразу орём, не думая. Он что, меня увидел? Нет. Да. Да? Блять. Блять, да, да. Я бегу нахуй. Это чё? Блять, она меня увидела. Всё, куда бежим? Сюда, сюда, наверх. Давай, давай, давай. Блять, Анжела, я сейчас тебе дверь открою. Давай, быстрее открывай. А, блять. Всё, там, блять, чел нахуй. Там, блять, чел сзади, блять. Блять, тут второй хуй, какого хуя?
Короче, они... Нет, там, помнишь, это та же локация, и помнишь, там были такие двери, которые тебя переносят в другую комнату, и сюда не могут зайти враги, помнишь? Как в начале игры, вот мы так, помнишь, там? И вот здесь такие же двери, и я вот в них забежала. А, ты туда прям пробежала? Да, потому что здесь двое этих хуёв, которые, знаем, сейчас бежали. Блять, а как мне пробежать сейчас? Ну вот так же бежать к этим дверям. Они, получается, пробегаешь в коридоры налево. Давай, быстрее! Сюда, налево! Налево, нахуй! Все. Только не пойду, обосралась, блядь. Ну, я не могу, нахуй. А мы зато пришли по заданию, смотри. Да. А нормально, что тут мы вообще ничего не взяли, блядь? Ну, ненормально, конечно. Так, у меня бутылка только есть. А да? Мой полицейский. Я даже ничего не нашла. Ну, я в самом начале взяла ее. Ой. Так. Так, и чё? Ну, нам туда. Нам, ну, видимо... Бутылка есть, возьми. Где-где? А вот, да. Она стоит. Я боюсь ходить. Ну, идем, блядь. Короче, обратно, там это... Надо, получается. Нет, почему? Подожди. Мы сейчас должны пойти налево, а, помнишь? Да. Ну, да, налево нам надо. А, он ну там всё. Стоит только. Он стоит, только он стоит там слева, блядь. Там слева, блядь. Видишь его? А, вижу, да. Голожопый. Да. Да. Так, выходим? Да. Не наступай на стекло! А! Блять! Тут психоз нахуй. Он идет? Нет, никого не вижу. Так, ладно, на стекло не... А, вон он. Чё там? Мимо прошел. Направо, направо прошел. Так, на стекло не наступаем. Да. Блять. Блять, беги нахуй. Крис. Беги, блять. Бегу, бегу. А куда бежим-то, блять? А хуй знает, я там на улицу вышла, что ли? Да. Ой. А зачем, блядь, на улицу? Прячься. Прятаться? Да. Ок. Я за тобой просто бежала. Да. Спасибо, привет. Да, вообще незаметно, как бы, да? А почему мы обратно-то прибежали? Ты куда-то выбежала, блядь, потихоньку. Я хотела там направо свернуть, но я думала, ладно, сразу. Пойдем, да, обратно. Пошли обратно. Пойдем, пойдем, пойдем. Да, вот-вот. Да, вот где стукач этот. По рельсам иди. Чё? А вот здесь. Так это то же самое, просто его надо будет убить? Блять. Или чё? Ну, да, наверное. Так, я прячусь. Зачем? А. Вдруг сейчас кто-то придёт. Запустите генераторы в подвале, нам надо в подвал. Блять, опять в этот подвал, ёба. Блять, что такое, нахуй? А, это психоз. Подожди, я просто пугаюсь, что это... Давай сюда, подвал. Сюда, подвал. Ой, я боюсь. Так, у нас вот тут еще есть, блядь, а это нахуй, это хуйня, пиздец. Чё там? А чё там, подожди. Ну, нам надо... А, это на улицу? Ты помнишь, где... Да-да. По-моему, нет. Не на улицу. Думаешь? Это а чё там? Есть одна... Возьми этот... Такого. А. Хуйню. Хуйня. Забыл, как называется. Бля, ты чё, сука? Тут еще отмычка. Не будешь брать? Блядь. Мне нравится, когда в психозе чей-то смех такой. Он прям двойной, знаешь. Я тоже психоз? Да. А вот там вниз ты видишь, что это? А, это психозная эта штука.
Ой, у меня жизни кончаются, подожди. Иди сюда. Стой, а, ну, я хилю нас. Да-да-да. Угу. Так. Все поднимаем? Да. Ой, это пиздец будет сейчас. Погнали. Налево генератор. Налево? Угу. Вон идет он. Так, аккуратно идем. Аккуратно, вот там ходит. Я прячусь. Он мимо прошел. Отряди. Тихо. Он здесь, у меня. Где генератор? Блядь, тут никак по-другому не выйти нахуй. Я прямо на него вышла. Так он в моей комнате, где генератор? Только не могу бежать, блядь. Если что, зови. Блядь, он идет ко мне нахуй. Прячься. Тебе помочь? А. Блядь, там хуй сейчас выбежит. Я спряталась. О, это хорошо. Но в твоей стороне где-то еще один генератор. Он у меня. А у меня этот полисмен. А, нет, у меня который этот полицейский, кажется. Так вот, у меня полицейский только что был. А, да, у меня огромный. А он слепой, по-моему, да? Я не знаю. По-моему, да. Через слепого, по-моему, можно тихо пробраться просто. Да? Да. Блять. Чё? Блять. Чё? Блять. Ну чё, мать, скажи уже. Блять. Чё? Блять, нахуй, это двое, гнись, блять. Я... Чё это? Ты чё-то делала? Блять. Прячься. А у тебя ты с канистры шла, что ли? Мне пришлось оставить канистру. А чё там? Тебе помочь? Мать, ты не должна умирать! Я иду. Только не вижу, где этот хуй, блядь, спал. Давай, иди сюда. А, блядь, ты меня напугала! Тихо! Блядь, он идет. Анжела, давай. Так, идем. Иди быстрее. Сейчас он просто слышит. Так, все. Заливай. Блядь, с какой стороны нахуй? Закрой здесь дверь тоже, с другой стороны. Ты его включила? Кого? Его не надо включать, подожди, его надо делать. Ну делать, да, вот это у меня. Да-да-да, я делаю, делаю. И сейчас последнее надо включить. Чё там? Я не знаю, кто-то идёт, нет? У меня нет. Включилось. Всё, я делаю. Блядь. Сука. Так, если что, будем толкать кого-то. Прячься, блядь! Прячься, нахуй! Тихо сиди, не в реладе! Испряталась? Испряталась? Да, да. А, ты успела завести? Угу. Блять, у меня зарядка кончается еще. У меня уже кончилось давно.
что, видишь? Ну, его в этой комнате уже нет. Он сзади. Сзади меня. Спрячься! Блядь, надеюсь, меня не заметил, нахуй. Он увидел, блядь! Блядь, и чё там? Блядь, сука! Беги, 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 нахуй! Ну всё, пизда. Я не вижу, куда бежать. Я спряталась. Помочь? Он рядом со мной. Блять, это пиздец. Он рядом со мной. Полицейский. Да, это пиздец. Угу. Да. Ты не выходишь пока? Почему не можешь? Блядь, он у меня полицейский, нахуй! Тебе помочь? Какого хуя он здесь, блядь? Тебе помогать? Тебе помогать, что скажешь? Блядь! Крис! Блядь, Анжела, нахуй. Блять, Анжела, пиздец. Блять, Анжела, нахуй, куда прятаться, блять? Блять, тут жердяй! Я спряталась. Чё он там делает? Ты чё там? Ты тут? Анжела? Анжела? Ты тут? Почему она молчит? Ты меня слышишь? Да. А что, до этого не слышала? Нет. В смысле, блядь? Ты сейчас в Дискорде? Да. А там в игре не слышу тебя, да? Странно. Может, далеко мы, поэтому? Не знаю. А мне... Работало вроде все. А мне просто написано было, что ты снова в игре. Не знаю, что значит. А, странно. А у меня не двойной звук? Нет. Значит, мы не слышим друг друга в игре, наверное, потому что мы далеко. Ну, может быть. Но я только что мимо тебя пробегала, когда курила. Да? Да. Блин, странно. Я ты... говорю, я от него бежала, чтобы ты помогла мне, блядь. Он мне напал, нахуй, это полицейский. Ты мне говоришь, он на тебя, а он ко мне идет, блядь. Я сейчас к тебе иду. Там генератор был тоже один. Угу. Я еще ничего не вижу вообще. Скажи что-нибудь. Так слышно? А, да. Вот. Нет, выходи. Я сейчас тебя похилю. А, блин, а почему не слышно нас в игре? Я что-то не понял. Да, странно. Это очень странно. О, приветик! Кто там? Да, там Ира. А. Спасибо! Ты где? Ты я куда здесь. Ушла? Я здесь. Я тебя не вижу. А! Я генератор убью. Да, вон там баклажка. Так, аккуратно, где ты этот? Вон там. Это просто больной, да? Я не знаю. Так, и вон с той стороны генератор вроде как, да? С какой? Вон, видишь, белая хуйня? Mm-mm. Вон полицейский ходит. Блядь, что такое-то? Вон белая точка. Я за тобой иду. А вот белая точка. Блядь, а где он, нахуй? Ну вот это обратно надо, он где-то там был. Так. Там полицейский ходит. Да. Блядь, он идет сюда. Крис, прячься. Или уходи, да, туда.
Блин, чтобы туда попасть, нужно сломать дверь. Блять, ну тогда иду к тебе. Так подожди. Я думаю, что делать. Так, мы можем обойти через полицейского только тогда. Блин, и ты можешь спрятаться? У меня тут есть шкаф, я быстро выломаю и спрячусь. Сейчас, тогда подожди. Подожди, я просто думаю, может, другое место. Да, мы хотим пройти, да. А, вот один шкаф. Да, вот это, да? Да, в который я хотела спрятаться. Сейчас, подожди, блядь. А тут что, больше ничего нет? Не знаю. Ну, только туда, наверное. Он идет. Подожди. Вот бочка. Прячься. Давай, давай. Ты готова? Да, я спряталась. Блядь, надо еще успеть, сука. Давай, 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 давай. Давай, блядь. Блядь, я села нахуй. Беги, прячься. Я спряталась. Почему, интересно, я ее не слышу? Это очень странно. Голосовой чат включен. А, вот режим рации выключен. А проверь в настройках, у тебя режим рации выключен или нет? А, сейчас посмотрю. У меня вот был выключен. Так, меня слышишь? Нет, не слышит. Выключен. А так, слышишь меня? Ты меня не слышала так? Нет. Может, что-то подлагануло на самом серваке, говорят. Ладно. Скажи сейчас что-нибудь без этого Дискорда. Сейчас включу там. Раз-раз. Раз-раз. А, нет, подождите. Сейчас вообще не показывает, что я говорю. Слышала? Нет. Нет, не работает. Очень странно. Раз-раз. Так слышишь? Нет, так не слышишь. Блин, это пиздец, бред. Да, странно. Да. Чё, я выхожу? Ну, как будто можно. Да. Но надо опять выломать будет и спрятаться, как будто бы. А чё, там нечего выламывать? А, да, всё, ты открыл уже? Да, да, да. Я вот иду туда. Блядь, да что такое-то? Блядь, он там! Прячься нахуй! Прячься, блядь! Сука, он меня увидел, кажется. Нет? Да. Нет. Блядь, он тебя не увидел! Это я побежала нахуй! Блядь. Сука. Блядь! Сука! Козёл вонючий нахуй, блядь. Я прячусь. Я прячусь. Блин, да, в игре вот то, что есть эхо, это реально прикольно. Блин, а почему так? У меня еще ненавижу, когда на кнопку нажимать. Это самое ужасное просто. Я иду. А, ты на кнопку не нажимаешь, поэтому ты молчишь. Я использую рентген. Так, тут никого нет, можем быстро идти. Давай. Идем, 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 идем. А открой вот эту штуку, посмотри. А у меня нет больше этого. А, приветик. Так, идем, никого нет здесь. Вот тут две зарядки в ящике. Где? Блядь, сам хуй сейчас выйдет. Чел идет на тебя. А, с другой стороны он. Давай, пока заливай, заливай, заливай. Угу. Блять, он там. Он за стенкой прям. Прятаться? Так, пока включаем. Блять, он идет. Блять, быстро. Блять, Анжела нахуй! Анжела нахуй! Он включается, блять. Все, нет, не все, блять. Блять, да что такое-то? Все, пизда. Сука, он прям рядом.
пизданом. Блять, пизданул меня. Блять, Анжела, беги нахуй. Секси бич нахуй. Ай, блять. Анжела, блять. Блять, он, кажется, увидел. Я, блять, спряталась. Я тоже. Не, не увидел меня. И меня тоже. Криса, ты чё молчишь теперь? Ай, блин, я забываю, что надо на кнопку нажимать. Сука. Я с тобой рядом тут. Ай, да. Окей. Он сюда идет. Ну, блядь. Там еще здоровяк. Да, видела. Мне все равно такое ощущение, что столько же врагов, если бы мы даже втроем играли. Ну как бы, да нет, поменьше. Тут же Думаешь? Только полицейский сейчас. И этот здоровяк. Ну а тогда еще была баба, помнишь? Где а, ну она на улице там была, да. Да. Ну три человека, тогда у нас пять было. А, да? Да. А этот здоровяк-то он слепой или нет? Да, здоровяк слепой, он по шуму ориентируется. Ты можешь на корточках мимо него спокойно проходить. Угу. Ну он прям перед нами. Спасибо за водичку. Блять, я не хочу выходить, сука. Да. Там только здоровяк. Но он прям в проходе, там, куда нам надо идти, поэтому... Блять, но он не услышит, наверное. Ну, он прям там, где проход к этому генератору. А. А ты вышла, что ли? А? А, вот ты. Блять. Ебать. Простись. Че, выходим? А где он? Я не вижу. Он сейчас перед нами. А, блядь. Я выхожу. Давай на корточки сразу. Давай, да. Тут стекло. Аккуратно иди. Справа прям. Угу. Блядь, и тут что ли стекло? А, нет. Сука, этот идет, блядь. Блядь, заебал нахуй он. Сука, он увидел нас. Тихо. I used to stand in a storm and watch the light. Блядь! Чё ты его не столкнула-то? А мне не было кнопки столкнуть. Да? Блядь, тут звяк. Я в шкаф прячусь. Я спряталась, и меня ударило звуковой волной. А ты со своей там стороны генератор сделала? Да. Блять, я и не сделала. Блять. Сука, а сколько всего этих генераторов-то? Еще последний будет. После этого. Ты видишь его где-нибудь? Mm-mm. Так, здоровяк здесь. Блять, хули он здесь стоит-то? Блин, а у меня была эта хилка. Так, я иду к генератору. Давай. Так он там и будет, я думаю. Ну, я иду тоже. Блин, у меня фонаря нет. Блять, ебать он здоровый. Блять, полицейский опять идет, сука. Да? Я не понимаю пока еще, погоди. Давай хилку, не хилку, а рентген использую. Опять, подожди, опять с двух сторон надо делать. Блять. А, нет, все. Сейчас я делаю. Так, я рентген включила, пока никого нет. Идет, на тебя бежит, блядь, Крис! Блядь, говно, сарая нахуй! Он меня пнул тоже. Сука. Как он заебал, блядь. Блядь, сука, здесь, нахуй! Отвлеки его. Даже я на колен... Ах!
Вонючий, сука! Говноед, блядь, беги! А, ты запустила их всего два, что ли? Да, куда бежать-то? Я спряталась, подожди! Блядь. Вернуться стукачу нам надо. Сука, как отсюда выбраться-то тогда? Ну вот где, помнишь, открывается дверь? Как гаражная такая. До нее бы добежать еще. И вспомнить, где она находится? Да, я спряталась пока в тот же шкаф. Ой, здесь этот здоровяк. Я выхожу. Но у меня тут коп ходит, кажется. Да? Подожди. Нет, здоровяк только. Я слышу его голос где-то. Блядь, я иду. Просто где-то. Ну я тоже, типа. Блядь, и как нам найти дверь, нах? О, у меня полицейский, я прячусь. Сейчас псих блядь. Выбежит. Блядь. Сука. Ты вышла? Я в тачке, я в тачку спряталась, да. Я прямо около, короче, выхода, походу. Да? Да. Сиди там, я сейчас до тебя дойду и потом пойдем. Так. Здесь полицейский. Да, я слышу его. А я, блядь, прям рядом с ним, нахуй. Блядь, он меня заметил. Я прячусь. Да, ты прямо у выхода. Да-да-да. Блять, ну сука, там нахуй! Блять, я чуть не спалилась! Ой, пиздец. Я слышу его прям сильно. Да. Голос его. Фух. Блять, чуть не спалилась нахуй. Бля, ну тут только бежать как будто бы и быстро поднимать и... Сука. Блять, говно, он за мной бежит, нахуй! Да. Это здоровяк, блять! Он меня сейчас ударит. Ааа, больно! Ааа, он меня достал, козёл вонючий! Ай, больно, нахуй! Отвали, нахуй! Блять, а куда бежать, пиздец? Блять! Говно, блин. Говноурод. Я не знаю, как его еще назвать. Я иду обратно. Блять, тебе помочь? Блять, он сзади, Анджела, нахуй! Анджела, ты чё молчишь, блять? А, блядь, забыла. Я иду помогать. Иду пина... Сядь, блять! Вот сука, блять. Что делать? Я валяюсь, блять, на полу, нахуй. Блять, ты истекаешь кровью, блять. Нет, Анджела, нахуй, нет! Почему у меня все перевернуто вверх дном, блять? Подожди. Ой, все, я тоже умираю. Да, блядь, мы почти добрались, нахуй. Да что за говно, блядь? Это пиздец. Ты же, я не могу... А, нет, я не могу себя хилить. У тебя казнь? Да, все, пиздец. Да ну, что за говно? Фу, у него прям писька перед моим лицом. Тебя тоже убили? Да. Пиздец, мы почти доиграли, блядь. Блядь, ну говно. Ну ладно, с этого у нас игра скачалась. Блин. Кринж. Мы, походу, никогда не пройдем вдвоем, блядь, эту игру, нахуй.
Ой, пиздец. Да. Я почему-то не могу вернуться в комнату отдыха, ты можешь? Нет, пока. Почему так? Не знаю. А, вот. Все. Может, нам дали что-нибудь за это? Может быть. А может и нет. Блин, надо будет как-то обратить внимание на резидент. Не хочешь? Потом. Ну, да, окей. Черт, засунул его, реально. Жалко. Блин, да мне не надо было на самом деле. Хотя я не знаю, надо было мне спрятаться и потом спасти Анжелу. Я думаю, так, с прицом уже. Так, была бы небольшая... Небольшой шанс выжить. Нет, у меня по нулям. Ну, у меня, походу, тоже тогда. Блин, как жалко. У меня два тоже. А, у тебя два? Три. Ну, у меня как вчера два было. А. Ну, ладно. Ну, что, выходим? Ну, да. Угу. Покинуть объект. О, ребята, когда-нибудь мы научимся проходить эту игру вдвоем. У тебя скачалось? Да. Блин, а у меня нет. Реально? У меня почему-то 3 гигабайта. Загрузилась? Да. И вот только сейчас пошла загрузка нормально. Блядь, ты, наверное, просто не включила эту штуку, когда во время игры загрузка идет. А раньше у меня такое было. Ну, в смысле, она раньше скачивала. А как это делать, может, ты мне подскажешь? Это в настройках Стима. Так. Блять, у меня Outlast залагал нахуй. Не выходит? Не выходит или чё? Не, не выходит. Странно. Блять, диспетчер задать. Сейчас посмотрим, где это. А вот, да, разрешить загрузки время игры. Заебись! Потрясающе, блядь, спасибо! Пиздец. Ну чё, ещё раз? Блин, как обидно. Блядь, у меня Outlast залагал просто, он не выходит нахуй. До сих пор? Уже... Да. А, диспетчер задач помог? Нет. Как это? Чё делать? Сейчас. Да... Что за хуйня, нахуй? Чё там? Блин, жалко, что нет, знаете, как у коопной игры? А, Uncharted. Было бы вообще круто. Было бы очень прикольно поиграть. Сейчас посмотрим, кстати. Здесь? Да, я тут, я тут. А ты не знаешь, кстати, игру Uncharted? Она не коопная, просто я тебя спрашиваю. Что-то слышала. Не играла? По-моему, нет. Блин, такая классная. А что там делать надо? А там это игра-фильм, типа... Ну, она очень качественно сделана. Мне, по-моему, говорили поиграть в неё. Типа ты разгадываешь это, загадки всякие, ну там у тебя основная цель — найти сокровища, и ты с братом, типа, бегаешь там, разгадываешь. Ну, прикольно очень. Прям погружает. Интересно, может, есть коопная? Сейчас спрошу у своих. Ребят, вы не знаете, есть ли коопная игра Uncharted? Сейчас тоже посмотрю. Uncharted. Нет, игра на одного. Говно. На компьютере есть часть? Почему я этого не видела? Мне пишут, что нету. Ну и что делаем? Ты тут? Да, да, я тут. Ну, блядь, наверное, опять в Outlast идем или что? Ай, сука, ну, блядь, да. Inside the Backrooms не будем? А, там вонючее задание, точно. Да. Блин, говно. А надо с Professional приходить. Ну да. Ну ладно, давай в Outlast. Заебись. А мне почему-то он сам выключил загрузку во время игры.
Не знаю почему. Так, сейчас. Ребят, ну еще одна катка, что делать-то? Мне надо было, знаешь, наверное, тебя не бежать спасать, спрятаться, и потом просто тебе воткнуть шприц. Тогда мы бы тебя прошли. Да, наверное, да. Хотя, может, мы даже не до конца дошли, нам же надо было еще его убить, это нам надо было довести его. Ну да. Там еще монстры. Да. Но у меня такое ощущение, что все равно полицейский участок — это самое легкое из всех. Нет такого? Ну, как будто бы, да. Ой, ребята, wake up. Wake up, Нео. Сейчас бегу тебя приглашать. Давай. Вот это у тебя... Куда он делся? Вот это у тебя тут это. Костюмчик, чувак. Так. Ой. Плюсик. Я кинула, да. А что ты чё... А, вот всё, да. А, какой-то самый. Чё тогда выбираем? Программа 2? Или это же? Чё думаешь? Почему у тебя двойной звук? Ой, я случайно. Так ты меня слышишь? Алло. А ты меня почему-то не слышишь? Да. Сейчас, подожди. А, ну зайди в настройки. Зайди в настройки, там надо выключить, оказывается, режим... Рации. Рация. Да. Вот сейчас двойное у тебя. Угу. Что, мы тоже будем делать или новое? А новое что там? А новое там парк развлечений, накажите негодяев. Ой, парк на развлечения нахуй. Там погоди, свой, а накажите негодяев мы разве не проходили? Не помню. Блин, а мы, получается, нам это засчиталось, когда мы сыры проходили, а так у нас вдвоем нет. А, да? Угу. Почему? Потому что вот третья программа... То, что мы... Yeah. Мы вчера сыры и вторую проходили, да, вот эту программу? Ну, полицейский участок, мы с ней проходили... Вот, убейте сукача, да, все правильно. А вчера мы с ней проходили саботировать карантин, получается, да? Блин, мы, помнишь, мы резали ноги, это я помню. Это был детский дом. И носили супчик делали, помнишь? Не-не, а детский дом, да. И вот, и у меня первое... Накормите детей. Ну, а первое причастие сирот вот этого нету. А у меня есть. А, стоит. Есть у тебя? Да. А может, типа, у меня не стоит, потому что я хуёво играла? А, ты же умерла, по-моему, где-то, да? Да? Блять, говно! Да, 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 реально. Так, а что ты говорила, парк развлечений не хочешь, да? Ну, потому что там реально сложно было. Помнишь, как мы заебывались тогда? Да, да. Это детский дом? Детский дом, это то, что мы вчера, да, подходили? Да. Ну, давай детский дом попробуем. Приютите сирот вот это. Спаси детей от матушки Гузбери. Я выбираю. Давай. А, я что, не нажала, да? Да. Да. Угу. Да потому что мы вдвоем еще ссымся, такое ощущение. У других как будто уверенность прям такая, они быстро это все проходят. А мы вдвоем спрячемся с тобой. Поэтому мы медленнее играем. Что у меня тут такое сидит? Котик? Что у меня такое сидит? Бэйбик домой. Бэйбик тут лежит на ручках. А он уже взрослый. Ой, такой, я не да? Дошла. Блядь! Чё там? Я успела. Чуть не успела зайти, блядь, в шаттл. А уже а сколько ему лет ты, котик? 4 месяца. А, 4 месяца? Угу. 3 месяца, да. Какой хороший. Дай я сяду. Садись. Он меня просто грызет, он у меня, блядь, лежит здесь и грызет мышь. Ну, нормально.
и лежит на клавиатуре. Я боюсь, что он закончит у меня просто стрим своей лапой. Так, не кричи. Кто такой котик? Кто такой котик? Я зависла. Кто такой котик? Uncharted Legacy. А так это Uncharted, это коопный? А я сейчас чату говорю. У меня ссылки недоступны, поэтому можешь не присылать. Вот это Uncharted Legacy, это целая коллекция, это же не коопная. Тут развалил свои яйца. Нельзя! Так, идем. Угу. Самое стрёмное, это когда остается 180 секунд, и один из игроков далеко. Да. Приютите сирот. Да. Ай! Ты чё? Я испугалась. Это царапает, блядь. Так. Ой! Блядь. Take a picture! Чиз! Чиз! Сфоткала? Ага, свеч какая священная. Чё? У монашки сиськи наружу. Да. Ой, там это кислота. Только сейчас увидела. Мне не задело. О, нифига, да, еще одна ловушка. Задела? Да. Так. Сейчас обратно. Я тут уже... Тут так много где спрятаться есть, я побаиваюсь. Не подходи только к этой мусорке. Что-то подозрительное. Ой. Чё там? Тут где-то были эти ящики, по-моему, нет? Не было ящика тут. Какие? Не было. Я просто взяла эту отмычку. Нет, вроде не было. Тебе нужен от психоза? Да. На. Я сейчас... We should grab that. Да, у меня психоз, блядь. Ой, подожди, отмычка. Какой мужик? Ну, когда психоз появляется, наш мужик вот этот ходит, блядь. А, да-да-да, я его всегда пугаюсь, он неожиданно появляется. Тут так много дают адреналина в самом начале, что-то меня это пугает. А, я не видела даже. Не видела? Тут какая-то кнопочка. Что будет? Не нажимать. Не нажимать? Ладно. Ой, да они ладно, поехали. Все. А, наверное, нам надо будет открыть эту дверь. Видишь? Да, да. Блин, сейчас спрячусь, проверю вообще, скачивается ли у меня игра. Сейчас. Так. А, не могу понять. А вот, да, все, качает, да. Эй, тут надо починить хуйню вот этого, блядь, частоты. Частоты? Я иду. У меня, кстати, да. Почти скачалось. А, это опять частоты, точно. Ты сделаешь? Да, да. Я попробую. Подозрительно, что тут нет... Чай. Что тут нет врагов. Пока что. Что это за музыка? Да, сделала. Молодец. А, блять, хуй сейчас выйдет, прячься! Прячься! Она идет. Это баба. Она у тебя? Нет, я дверь туда. Блять, она опять идет нахуй. Это предатель идет. Да, к тебе да. Идет. Блядь, иди нахуй! Блядь, я же прыгнула!
Блядь, тебе помочь? Он убежал. Да, да. Это твоя копия. Да. Там бабка эта вышла. Кстати, вот здесь шприц. Бабка вышла, я ее слышала просто. Так, я включила этот. Пока никого не видно здесь. Угу. Так, ну а что, какое у нас задание? Установите частоту. Так, выходим. Так, идем, а куда? Идем. А, наверх. А, да. Вот здесь. Вон она там, идет. Она идет там. Да, да. Заходишь? Ты куда? Ты спряталась? Так, да. А угу. Не, надо было? Не, прячься, прячься, да. Я просто тебя спросила, где. Я думала, ты со мной пошла. Она стоит на месте. Да? Блять, она идет, Анжела, блять! Заходи, нахуй! Ну-ка. Она идет. Или нет? Я рентген сейчас включу. Все, включила, идем. Давай. Нет, тут нет сейчас. Отмычка есть. Бомба, аккуратно. Ага, отмычка там. Она там вдалеке, я, по-моему, вижу. Не, я не вижу ее. А, это зарядка снаряжения. Я ее слышу, я ее слышу! Прячься! Прячься, Анжела, блядь! Блядь, она бежит. Сука! Анжела, я есть еще наготове. Блядь, тут еще один нахуй! Тебе помочь? Да. Блядь, Анжела. Я не могу бежать. Где ты нахуй? Я прям далеко. Блядь, она передо мной здесь. Блядь. Анжела, Анжела, она прям передо мной нахуй. Спряталась? Да, я спряталась. Фух. Блядь, опять. Псих вышел. А? Угу. Так, я иду. Я пришла к радиоволнам. Так, давай. Блять, вообще не понимаю, как это делать, если честно. О, получилось. Охуеть. Получилось. Она здесь, она здесь. Блять, она меня заметила, я походу. Я хотела эту хуйню. Анжела, она идет к тебе. Она у меня. Или ты вылезешь, что ли, блядь? Она пошла к тебе. Блядь, он... Я здоровяк, нахуй! А как у тебя двойной звук? Блядь, у меня тут здоровяк. Чё делать? Блять, меня заметили. Блять, козел! Все, пизда мне. Пизда. У-ху! Блять, куда прятаться? Ёбаный рот, блять. Все, меня заметили. Ёбаный рот. Вот шкаф. Я нашла еще одну радиоволну. Я еще не сделала. А так, слышишь? Я нашла еще одну радиоволну эту. Так, я иду к радиоволне. У тебя? Да, у меня что, психоз, что ли? У меня, если что, есть эта штучка. Штучка-дрючка.
Блять, тут, сука, хуй огромный. Чё делать? Чё ты? А я где-то в середине, блять, я вообще не знаю. Тут здоровяк, ко мне не иди, он прямо около меня. Блять, он опять здесь! Или что? Да вроде нет. Ладно, похуй. Ебать, что делать? Блять, он походу здесь. Сука. Как это, блять? Блин, а почему оно не настраивается? Is somebody trying to hide from mother? Блять, я прямо около нее спряталась, пиздец! Я тебя не слышу. Я говорю, что мне нужно больше подзарядок для рентгена, потому что у меня прям хорошо помогает посмотреть, где они находятся, чтобы быстрее все сделать. Угу. Я сижу, жду, пока у меня рентген зарядится. А я сижу, потому что у меня тут бабка. А ты нашла там эту штуку, да? Да, я ее не могу сделать. Она у меня не настраивается. А ты там рядом с этой штукой? Да, да. А, я сейчас туда попытаюсь прийти. Давай. Блять! Тут псих, аккуратно. У меня тоже тут псих. Тут еще какие-то хуи идут сюда. Ой, да не надо на самом деле. Я не люблю ничего бесплатно покупать. Я как-то уже попыталась купить бесплатно, что у меня... Мне пришлось винду переустанавливать. Чё? У меня тут один стоит и ни хрена не делает, блядь. Просто... Блядь, увидел! Не увидел, не знаю. У меня рядом хуй тоже. Я просто сижу. Не достали уже. Блядь, кто это? Сука! Блядь! Что? Помогите, блядь! У тебя двойной звук, ты где? Сука, это меня тут пизданули возле этой хуйни. Я не могу к тебе прибежать, у меня прям тут рядом хуй. Где ты? Я вообще даже не вижу, где твой ник. Я тут около этой хуйни, блядь, меня пизданула она. Где, где? Где ты? Я около этой точки. В какой точке? А вот, я вижу тебя. Около белой точки, где это? Я вижу, да. Я вижу, да. Ну все, она меня убивает. Блять. Сука, мразь. Блять, я устала. Блять, Анжела, нахуй. Я вообще в начале, блять. Пиздец. Ну ты блядь. Можешь туда шприц взять. Да, где шприц, ты не помнишь? Нет. Блять, это охуенно круто. То, что ты не помнишь, где шприц, это пиздец. На его не было в начале, да? Да, его не было, не было. Ладно. Пиздец. Я это не люблю, потому что, знаешь, сразу ответственность вся на тебе, блядь. Что это?
Ты слышала это? Нет. Это я, может? Вот сейчас где-то рядом она. Блять, Анжела, где шприц? Не помнишь? Не видела вообще ли? Нет, я не видела даже. Нет. А вот ты. Ага. О, нет. Что делать? Проверь, у тебя скачалась игра? Так, у меня давно скачалась. А, ну так может пойдем, да и все. Даже не доиграем. Да, блядь, я не хочу шприц искать, нахуй. Ну ладно, чё. А чё, ты хотел доиграть? Ну, типа, можно было. Ну ладно, бы... давай доиграем, хорошо. Получится, не получится, ладно. Ладно, давай сейчас. Оно там. Блядь, найти бы шприц, а. Сейчас, давай я быстренько сделаю это задание. Давай. А ты смотришь, как я играю или нет? Да, да. Угу. Вот что делать в этой ситуации, смотри. Вот, делай. Ровно, чтобы было одинаково. Да, вот так вот. Прям крутить долго? Нет, тебе не надо крутить, тебе надо на место поставить красных. Так я понял, да. Я просто не делается. Ну. Почему делается? Ну вот, и как это? Ну не делается. Вот я ставлю вот так, оно мимо, видишь? Ну тебе надо просто уменьшить диаметр этих штук тогда. Или увеличить наоборот. Тебе надо их больше. У тебя видишь? У тебя видишь белое, она больше, чем красная. Тебе надо меньше сделать. Вот это? Да. А. О! Бля, сейчас она придет, наверное, да? Прячься. Никого нет. А вот идет. Или нет? Не вижу. Это шприц? Нет. Конечно, тут бы шприц лежал. Ну, адреналин возьми, чтобы быстрее убежать. Так у меня нет места, у меня тут от психоза хилка. Выпей что-нибудь от психоза, может быть, не знаю, может, у тебя не полная. Я лучше поменяю на отмычку, потому что если я найду... Если я найду шприц, то... Короче, мне нужно... Короче, забей. Выходим? Да, вроде ушла. Так, кирпич сразу возьму. Блин, я вообще не видела здесь. Или мы видели? А, на улице во дворе, где вот этот карусель, там есть. На улице во дворе, где карусель? Какая карусель? Где карусель, там монашки, вот это все сидят, типа дворик такой. Там не было, только что была там просто. Нет, там другой дворик. В самом начале, а там другой двор, ну ты вроде правильно идешь. А другой двор, а там, где вот да, это, короче. Бассейн? Там... Ты вспомнила? Там двор есть. А, вот бассейн, я вижу, смотрю. Не, это бассейн, а там. А. Жалко, что здесь нет карты. И чё там, думаешь, не будет? Блять. В бассейне во дворе? Через бассейн надо пройти? Не в бассейне, а во дворе. А. Я не помню, можешь ли ты пройти. Через бассейн идти? Не, иди так. Сюда? Попробуй, я не знаю. Блять, тут стекло. Сюда? Ну, типа. Блять, стрём. Ненавижу играть одной. Я, по-моему, слышала, да?
Это кто? Не знаю, мужик какой-то. It's like the future's here already. You can't hide. You sure can't hide from the man with the X-ray eyes. У него рентген. А, реально? Да. Ну, он видит. В темноте, я думаю, в темноте. I'm gonna watch you bleed, and I'm gonna watch you die. Блять, ну все, я не могу, нахуй. Может, мне обратно идти? Я куда-то иду вообще в дребезги какие-то. Да, ну, может быть, обратно. В дебри, точнее. Блять, бомба. Блять, да. Вот это аккуратно сломай. Анжела, нахуй! Давай, давай, давай! Вон, пляж сюда! Блядь, какой ужас! Who's afraid of the dark? You can't... That's a fucking thing. Сука! Что? Ворванула, как будто сама бежала прям. Что делать, он здесь? Нет? Да. Да. Или это дым какой-то? Нет, мне кажется, это он. А вон дым. А нет, подожди, он ушел. А у меня есть. Батарейку не взял. Я взяла, да. Ну еще одну возьми. Используйся. Блять. Сука, как они заебали, нахуй. Мне направо или прямо, как думаешь? Прям, не знаю. Блин, и просто там этот хуй, я боюсь туда идти. Ну давай. Блять, тут еще стекло. Ёбаный рот, он здесь что ли? Блять, я не могу одного, это пиздец. Как мне стекло перебежать? Прибить, наверное. Да. Чё, блядь, куда вообще идти? А! Куда я забрела, Анжела? Да, это, походу, во двор был. Нет. Он там. Там где-то ходит. Он там. Во двор, вот куда я шла? Ну, как будто, ну, там надо вдвоём открывать, мне кажется, там кто-то ходит. А, ну вот там вдвоём, да, и чё делать? Нет, там есть вход обычный. Да? А ты там точно видела этот? Ну, там был в прошлый раз, может быть. Угу. И сейчас куда мне? Направо, туда, где Lockers написано? Думаю, что да. Угу. You can't hide.
You sure can't hide from the man with the X-ray eyes. Ну, блин, я чё, я не могу. Так, здесь мы были? Да, вот, сюда? А, да, да, да. Дальше. Ой, сюда? Я тут была. А, нет, я что-то сдохла как раз-таки там. Да, да. Назад тогда надо. Думаешь? Да. Я не хочу туда идти, мне там страшно. Вот туда прямо? Да, попробуй. Блять. Как же мне тут быть? Ну, так мы вернулись обратно к этому хую. Блять. Ну тебе надо как-то выйти. Подожди, а может быть вход? Блять, ну заебись. Может быть, где главный зал, там шприц? А, ну кстати, может быть. Давай, иди. Подожди, я просто сейчас вспоминаю. Вот туда закрыто, это там, по-моему, тоже проход во двор, нет? А, ну, кстати, может быть, да. Кстати, да. Попробуй там открыть. А как я тебе там открою? А, вон выход там тоже. Да. А там просто дверь. БЛЯТЬ! СУКА, ЁБАНЫЙ РОТ! Где-то, да, вот где-то тут должен быть шприц. Вот шприц был. БЛЯТЬ, я не могу, нахуй! Убегай, прячься куда-нибудь. Нет, я не слышу. В смысле? Ну ты далеко от меня, да. Слышишь? Далеко просто. Там тихо очень точно, слышно. Да, 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 да. Я говорю, надо подождать, пока он сейчас это. Он вроде ушел, посмотри, сердцебиения нет. Да. Или нет? Так. Где ты видел шприц? На корточках, да, по прямой иди. Так, у тебя двойной звук. Да, и сейчас. Сейчас с левой стороны будет. Вот здесь? Вон, видишь, красный на стене? Да. Там идет кто-то. Блять! Блять! Иди. Тихо. Тихо, нахуй. Блять, дура, нахуй! Пиздец, у меня напряг! Я ёбаюсь просто. Где ты? Блять, как сюда пройти-то? Нет, ты обратно во двор вышла, тебе надо назад. Блять, да что такое? Тебе надо вот сейчас направо, по-моему, будет. Да. Да, вот. Блять, ёбаный рот, нахуй! Я ебал эту игру, блядь! Давай туда, туда, да, 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 прячься сейчас. Истерика, блядь. Все, выхожу. Пиздец. Мне одному очень стрёмно играть. Не знаю. Сюда? Да, напряжно. Да, да. Фух. Я валяюсь. Бра. Ой, Анджела. Миссия невыполнима, блядь. У тебя там отмычка валяется, что-то еще. Да, вижу. Фух. Да. Вот в том дворе, где я была, да, она идет, по-моему. Он идет! Прячься! Блять, куда нахуй? Ты спряталась? Нет, блядь! Я тут сижу. Тихо! Он там, он там. Она там. Она сзади тебя, только в том коридоре. Она идет обратно, подожди, она идет обратно. Там еще идет, короче, фейк. Фейк идет сюда. Блять.
Блять, есть чем пиздохнуть его? Или нету? Пиздец. Чё? Чем чё? Его пиздохнуть. Нету. Блин, ладно. А вот тут бочка была. Так, и чё? Да. Как подобрать? Так, что нам надо сделать вообще? Надо идти в тот двор. Да, да, еще два. Там, короче, одна вот во дворе, а вторая была там, где этот хуй, помнишь, я пряталась? Да, аккуратно тут. Там чел меня увидел. Увидел? Он увидел, беги. Блядь. Я прячусь. Тебя помогать? Нет. Спасибо. Я во дворе. Ты во дворе делаешь эти штучки? Блять, она тут. Нет. Она у меня, подожди, я не могу выйти. Она во дворе там, блин, я даже не знаю, как тебе объяснить. Во дворе. Вот где я шприц нашла, только следующая дверь. Вот где я пряталась. Блядь. Где? Ты во двор идешь или куда? Во дворе я во дворе, да. И что, нашла? Иду туда. Мне к тебе идти? Да. Я иду. Блядь, он здесь где-то. Кто? Я прячусь. Я тоже прячусь. Кого? Так, я иду. Тебя плохо слышу. А так? Так нормально. Тихо. Он прям... Я его, блядь, обхожу нахуй. Блядь, сука! Отравил меня, скотина вонючая, нет. Он меня отравил просто. А у меня есть, подожди, вот она. Ёбнутый, блядь. Где? Я всё. И меня пробежала? Подожди, я тут это... Да-да-да. Ой, сзади хуй, я его отвлеку. Давай. А, блядь, подожди, он не отвлекается. Он идет дальше, просто своей дорогой. Блять. Hello! Блять. Hello! Мазила нахуй! Эй, ты! Всё. Беги, блядь! Как он меня взял? Ну как он тебя взял, блядь? Пни его! На, нахуй! Все, у меня закончились силы, пиздец. Блять, он меня пизданул, ёпта. Ой, ёпта, блядь, ой, ёпта, блядь, ой, ёпта, блядь, ю, не, я не могу бежать, я только прыгаю, блядь, вокруг карусельки, ну давай хоровод повозим, ну давай, нравится тебе хоровод со мной водить, я понимаю, всем нравится, блядь, сука, да устань ты уже, блядь, я не могу бежать, блять, что делать нахуй? Я в заборке! Блять, у меня психоз нахуй! Блять, он меня достал, козел ссаный, блять! Нет! Блять, он тут, Крис! Да я знаю! Беги! Шкаф тут! Блять, не могу бежать! Быстрее! Блять, он тебя увидел, нахуй! Он увидел. Ай, блять! Беги! Че, нахуй! Бля, пизда, нахуй. За тобой? Я, да. Все, я сплю. Пиздец. Что нам еще остается сделать? Умирать только? А что не пишет там? 90% людей просто в шкафу проходит, ура. Ну да, ну да. I would have sworn there was somebody here.
Но если бы у меня был пистолет, мне было бы не стрёмно. Ну а... да, с пистолетом, блядь, конечно, можно было бы хотя бы защищаться. Да. Все, она вроде ушла, эта бабка. Стой, подожди, у тебя, я сейчас нас похилю, подожди. А, тогда это звук, блядь, сейчас будет. А, да? Скачимся. Да? Да, это же звук дает. Ну, нам Ири же сказала тогда, что... А, точно, точно. Я забыла. Ну, вроде никого нет. Или подожди. А когда вот это поют, слышишь, да, вот это? Это значит, что да, это бабка идет? Не знаю. Или это просто звуки, типа? Не знаю. Я боюсь, мне стрёмно выходить. А помнишь, вот был момент, где там чел, типа, с рентгеном ходил? Я еще пряталась, когда искала шприц тебе. Вот там, мне кажется, одна из этих станций, которую надо поправить. А, ну нам последняя осталась, да? Да. Я не знаю только, где это. Ты вышла? Да. Блять. Чё? Так, ну вон, видишь, этот беленькая горит же, она показывает куда-то туда, как будто бы, нет? Туда? Я не вижу, мне не отображается. Бля, только что горело, сейчас. Так. А вот там хуй, блять. Вот той двери. Нет, беги, блядь. Я пока не беги, просто иди. Да, я пока просто иду, да. Блядь, это тут можно было спрятаться. А, я опять во дворе, подожди. Так, я тоже во дворе, нам надо обратно. Блядь, тут, сука, бабка меня увидела. Я спряталась. А, в сторону бассейна нам надо, короче. Блять, у меня тут две... У меня бабка и чел. Не иди сюда, не иди ко мне, тут у меня пиздец. А, или нет, подожди, никого. Так, тут просто бабка по соседству где-то ходит, но ее тут нет. Я нашла шприц. О, отметь его сразу. Блять. Чё? А кто это дышит, ты? Я. А это что, подожди. Это готовый уже? Ага. Нет, это... Да, это готовый. А... Блин, а где же... Где же... А, вот, наверное, вот здесь. Свиминг-пул, да, выходишь, короче, во двор, и я там будет... Тебя. А, только аккуратно, тут стекло. Так. Вот, по-моему, прямо. Здесь дверь, можем ее это, пиздануть. Сделаем? Надо ли? Давай. Ну, я не знаю. Бля, пиздец сейчас будет, да? Да. Я боюсь. Тут стекло. Блять, ну конечно. Блядь, уже похуй. Да? Блять. Сука. У меня есть эта штучка. Только одна. Да пофиг, пройдет. Так, идем. Угу. Сюда? Куда нам идти-то, блядь? Ну, сюда, куда-то. Так мы тоже что, здесь были, нет? Здесь? А, нет. Аккуратно, бомба где-то. Блять. Прячься, вот здесь шкаф есть. Я спряталась. Угу. Да. А, никого нет, что ли? Ты где? Я вот в соседней комнате. Где-то бомба, я не вижу. А, тут бомба, которая привлекает внимание, блядь. Они где? А, подожди, да, мы здесь были.
они... никого нет. Вроде бы. Вот здесь мы не были. Блядь. Там хуй с рентгеном! Хуй с рентгеном! Да, я спряталась, Услышала. Да, он идет, подожди. Он идет к тебе сейчас. Сейчас ко мне, потом к тебе пойдет. А? Кого надеваешь? Не, ребята. Мне пишут, что одежда стоит надевать правого рукава. Тогда примечено, что жизнь будет спокойнее и счастливее. Я даже об этом никогда не задумывалась. Я с левой всегда надевала. Но я решала, потому что да. Да? Да. Души вообще считаются, блядь, дьяволом. Если там глубоко. Он рядом со мной. Я тоже его слышу. Я пробовала писать левой рукой, мне просто неудобно. Я могу, но это неудобно. Ну, потому что пишется, знаешь, типа... Слева направо. И вот левой рукой слева направо неудобно. Ну, там мне неудобно право писать. Take your medicine! Нам нужно отключить 5 генераторов. Нам остался один. И вернуться обратно. Да. Блять, я не хочу выходить. Я не вижу. У меня сел, да, тоже. У нас остался один, и мне обидно из-за этого. Он просто ходит, короче. Ну, хочешь, я отвлеку, блядь, так у меня нечем ждать даже его. Не надо, не выходи. Зачем он тебя увидел? Я знаю, я вижу его просто. Блять, беги. Блять, Анжела, куда бежать нахуй? Ты я куда? Спряталась. А куда ты спряталась, блять? Спряталась. Я... А я, блять, нет. А я нашла шкаф. Вис, он там. Да, я спряталась. А тут как будто нет прохода. Ты во двор обратно выбежала, да? Или ты ко мне? Я не знаю, где я нахуй. Развернись, я за тебя тут шкаф. Здрасте. Так а там дальше некуда идти, как будто бы. Ну ты... да, я тоже не понимаю, мы как будто вообще в тупик какой-то зашли. Ну надо туда выйти, наверное, по прямой сейчас. Во двор? У меня рассудок просто пиздец. Нет, ну ты сказала, куда нам бассейн надо было. А, ну давай, да. Погоди, а почему сердцебиение-то? Ну где-то здесь. Ну рассудок. Блять, он здесь. Блять! Я знаю, нахуй! Блять, козел! Анжела! Спасибо! Беги сюда! Куда, блять? Я не могу бежать, блять! Анжела! Я не могу бежать! Я его ударила! Беги! Беги! Не прячься, он увидит! Да блять! Беги, Анжела, беги! Анжела! Я пошла тебя! Блять, Анжела! Я молчу, потому что... Я не знаю, нахуй.
Фух. Блин, а помнишь, Ира говорила, что вдвоем более так, типа, стрёмно? Угу. Это реально так. Вообще выходим? Да. Чё, куда? Аккуратно, так, стекло. Использовала. Блядь, я наступила нахуй. Так, может, туда? Нет, а куда? Куда? И куда? Ладно, идем туда. Идем туда обратно. Я просто не понимаю, куда нам надо идти вообще. О! Куда-нибудь, блядь. Куда-нибудь. Сюда ходили мы? Блядь. Тут это, бомба. Ну, я тут бегала, да. Вон там за дверью стоит, там двое стоят. Блядь. Давай обратно. Анжела, прячься в шкаф, нахуй! А нет, блядь! Беги! Пизда, вот нахуй. Тут дверь можно открыть. Нельзя... А, можно? Охуеть. Да, вот эти желтые можно. Вот шкаф, открыть. Блядь! Шкаф, нахуй! Блядь, кислота! Он заметил. Он заметил. Меня тоже. И бабка тут ебанутая. Меня тоже, да. Не, не заметил. А, не заметил. Блядь, заметила, еще как, нахуй. Да. Сейчас помогу. На, нахуй. Куда бежать? Бежим. Беги, Анжела, прямо! Я не могу бежать, я не могу бежать. Давай, я тебя сзади прикрою, если что. Все, все, все. Куда? Я нихуя не вижу. На улицу выбежала. Я тоже. Чё, блядь? Блядь, ты там хуй! Где ты, блядь? Иди сюда, ко мне прилетай. Блядь. Ой, пизда мне. Нахуй! Аааа, Анжела, нахуй! А, нет, все, все, не пролез. Он обратно идет, блядь! Я дверь закрыла. Крис, блядь, куда? Блядь, он выбил дверь, нахуй. Так, конечно. Блядь, он все, нахуй. Вот здесь шкаф, быстрее, шкаф. Вон, а там, кстати, вон квадратик белый. Прячься! Квадратик, да, белый, видишь? Да, да, фух, да. Это пиздец. Ебать, их трое, нахуй. Пиздец, у меня истерика. А? Ухо болит в наушниках. А, я знаю эту тему, да. Чё, выходим? Блядь, я не понимаю, почему оно у меня болит, блядь. Да, выходим, давай. Так это потому, что наушники такие. У Руса ничего не болит, блядь. У меня болит, нахуй. Это блядь, размер... Там за стеной где-то. А вот здесь шкаф еще, подожди. А где за стеной? А где за стеной? Не знаю. Там бабка. Потому что размер ушей разные. У меня тоже такое есть. Я просто купила самого огромного размера наушники, и у меня болит теперь только, где, знаешь, типа наверху. Темечко. Ага. Вот, но ухо не но болит. У меня тоже наверху болит. Но это, да, это нормально, типа, насколько я понимаю. Блядь, а как нам туда прийти? Я не знаю. А вот эта дверь открывается? Нет. Нет, нет. Ну их пока здесь пока... нет. Вот там шприц. Да, я шприц отметила. Блять, она нас увидела с другой стороны. Ой. Ой, там не прячься, да. Психопат. Да, идет, идет. Прячься. По-моему, шел кто-то. А вроде нет. Блин, может это в другой комнате? Ну, типа, просто не отсюда возможно. Надо пройти. Как это сделать? Ну, да. Вот на... что там находится? Там находится терминал последний. А, я не знаю. Вот тут что? Здесь закрыто, видимо. Я думаю. Да, и непонятно, что там. Блядь, и что делать? Да, попробуем обойти. Как... Ну как обойти, блядь? Мы обратно туда придем. Обойти, блядь? Мы обратно туда придем. Блядь, понятно.
Аккуратно, тут стекло. Идти? Может, какой-то проход есть. Псих. Ну что, обходим? Блять, он идет сюда. Блять, Анжела нахуй. Сука, достали. Да, да, это просто обычный какой-то. Больше среднего. Он же там, подожди. Сука, у меня ребята, кажется, им какую-то хуйню пишут не в чат, типа начинают. А сегодня, помнишь, тогда был английский язык? Да. А сегодня у нас пословицы брать. И терять что-либо в дороге – хорошая примета, обозначающая замену утраты чего-то более существенного. Примета, точнее, да, не пословица, а примета. Ты веришь в примету? У меня маленькие уши, вообще-то. Я верю только в... Когда, выходи. Знаешь, уходишь и возвращаешься обратно... Посмотреть в зеркало, да? Надо в зеркало посмотреть. Да, да. Я только вот так делаю, блядь. Идет, блядь! Крис! Аккуратно, тихо! Блядь, Анжела, нахуй! Ну, блять, как нахуй? Да как, блять? Анжела, беги, блять. На нахуй. Блять, не могу бежать. Я тоже. На нахуй. Набрала бутылок, блять. На нахуй. Беги на улицу. Блять, он меня увидел. А козел вонючий, блядь. Это козел вонючий. На! А, блядь, что такое? А чё, блядь? А всё, беги! Ты бежишь? Я с тобой сюда. Давай сюда. Давай. Ты бежишь? Анжела? Так, а ты где? Я где? Вот, я куда-то зашла, ага. Я иду в сторону. Да. Я нашла, о! Блядь! Аккуратно, так, только... Тихо, да, аккуратно. Вот так. Да. Блядь, ура! Блядь, хуй идет! Блядь, сейчас появится. Куда прятаться, так, нахуй? Бутылку. Блядь. Кидай в него! Да подожди, если я вдруг сейчас более значит, блядь. Она. Козел, блядь! Привлек внимание. Давай, делай, я пока еще отвлеку. Делаешь? Да-да-да. Фух, стрём. Давай, блядь, подходи, нахуй. Блядь. Чё там? Сейчас. Нам ещё обратно бежать, ты вообще помнишь, иди обратно? О, бабка идёт, бабка идёт. Блядь. Всё. Бежи, беги. Ты сука. Блядь, она меня поймала. Нет, не поймала, быстрее. Блядь, я устала, не могу бежать. Отжала, нахуй! Яд, блядь, ёбаный, нахуй! А куда бежать-то, блядь? А, вот! Где стоит? Чё? Помочь? Иди сюда. Бежим. Куда бежим? Блядь, не знаю, прячься! Блядь! Да ну нахуй! Я тоже! Анжела, блядь, прыгай! Прыгай! Давай, быстрее! Подходи ко мне! Спасибо! Блядь, она тебя пизданула, нахуй! Блядь, ты нажала? Прячься! Давай, ты заходи! Заходи! Я не могу, нахуй! Ой, блядь, ура! Пошли, блядь.
секс полный был. Ой, я вахуй. Фу. Первую игру вместе. Бля, поздравляю. Реально. Фух. Это прям адреналиново было. Да. Не, ну вдвоем, конечно, более страшно. Mm-hmm. Еще когда один умирает, и тебе приходится... Ну, то, что страшно, более напряжно. Ну, типа. да. Ну, мне прям страшно. Не знаю, мне прям стрёмно. А, нет, мне нет. Не? А-а. Пиздец. Блин, а надеюсь, что у нас будет сейчас улучшение. Чё это было? Я тоже хочу купить эту хуйню уже. А ты что хочешь купить? А, угу. Рентген побольше. Так. Блин, у меня ноль. У меня только деньги прибавились. Да? Да. Бля, у меня, наверное, тоже тогда. Да, тоже. Ноль? Бля. Ну ладно, хуй с ним, чё. Да. Давай запустим тогда эту. Да? Алло, ты тут? Да, я вышла. Да, сейчас я только отойду на минутку и приду, хорошо? Давай, да. Давай сейчас. Ещё, ребят, 3 секунды. Сейчас, ребята, до стрим перезапущу и продолжим с вами.